зрители традиционной премии «Золотой граммофон», которая состоялась в Санкт-Петербурге, обратили внимание на неудачные выходы нескольких звезд. Светлану Лободу раскритиковали за платье, подол которого завершает огромный валан, в котором певица появилась на красной дорожке. Досталось и Вере Брежневой из-за ног с целлюлитом. Зрители сфотографировали звезду в неприглядном виде, когда та делала селфи с фанаткой. Кажется, снимки в инстаграме певицы сильно фотошопятся, потому что на них у Веры идеальное тело. Еще одна звезда, на внешний вид которой обратили внимание, певица Максим. Поклонники заметили, что артистка поправилась и постарела. При этом по ее микроблогу этого не скажешь. В следующем году артисткам придется тщательнее продумывать образ на премию, чтобы скрывать все свои изъяны и не смешить публику. А как вы относитесь к несоответствию фото в инстаграме с внешностью в жизни?